Крымские пограничники усилили контроль за добычей водных биоресурсов в Азово-Черноморском рыбопромысловом бассейне. Это связано с введением запрета на промысел камбалы-калкан, так как рыба выходит на нерест. Запрет будет действовать до 5 июня. С начала года крымские пограничники пресекли 4 факта несанкционированного улова особо ценных видов рыб. Порядка 20 русских осетров и 4 севрюги выпущены в естественную среду обитания. Кроме того, береговая охрана Крымского погрануправления ФСБ России с начала года изъяла 10 запрещенных сетей, используемых для добычи камбалы-калкан. Тихо, спасаю уже тебя. Пускается в естественную среду обитания.